Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот у нас маточка. Сейчас посмотрим, будет пороситься. Сейчас посмотрим, когда молоко. О, видите, уже молоко прям брызгает. В общем, осталось до опороса буквально несколько часов. Очень такой знаменательный. Ну, как видите, вообще с первых. Прям вот-вот. Прям должна прям сейчас на камеру начать проситься. Но схваток пока нет. Ведет себя, видите, как спокойно. Вывернулась, я лежу. Лежит. Молоко уже прям идет конкретно. Сегодня опороситься ночью. Поэтому максимальные условия создадим. Посмотрим. Погода хорошая, не холодно. Свинка тоже хорошая. Не буйная у нас. Просто замечательная свинка. Я думаю, все пройдет в лучшем виде. Посмотрим, что будет. Ну, такой вот самый четкий способ определить, что опорос с часу на час начнется. Появление молока. Иногда молоко появляется уже после того, как свинка опоросилась. Тут у нас прямо как по учебнику все видно. Давайте еще раз. Ну, не каждая свинка дастся, так сразу хочу отметить. Поэтому вы не отчаивайтесь, если вдруг. А спереди прямо течет поменьше. Тут вообще уже не можно ответить. Есть, но совсем мало. Вот почему надо под передние подлаживать. Под передними сиськами больше всего молока. Все, свинка будет пороситься у нас сегодня, я думаю. Поэтому в следующем видео мы уже узнаем, сколько она поросяток приведет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.